And now we will be talking about something new. Итак, будем говорить о действительном и страдательном залоге. Все, что было сказано до сегодняшнего момента, как правило, это было в действительном залоге. А будем говорить о страдательном. Действительный – это active voice. Active voice. Repeat. Active voice. Active voice. Это действительный. А страдательный залог – passive voice. Passive voice. Voice – это страдательный. Действительный предмет делает действие. Или кто-то делает действие. А страдательный предмет страдает, над ним делают действие. Над предметом действия делают. Я убираю комнату каждый день. Это действительный или страдательный? Кто делает действие? Ну, я. Окей. Тогда это действительный или страдательный? Действительный. То, что ты делаешь. Комната убирается каждый день. Комната убирается каждый день. Над чем делают действия? Над комнатой, так или нет? В комнате, да. Какое действие делают над комнатой? Убирают ее. Ее убирают? Это будет действительный или страдательный залог? Страдательный. Это страдательный. Комната убирается каждый день. Я показываю друзьям мои картины. Действительный или страдательный? Действительный. Картины показываются моим друзьям каждый день. Это какой? Страдательный. Страдательный. Потому что какое действие происходит и над чем? Картины показываются каждый день. Надо... Картинами происходит действие. Какое? Они показывают. Ее показывают. Ну, на выставке. Показывают. Она не сама бегает на выставку и сама себя выставляет, а ее везут, привозят, вешают на стену, и в конечном итоге ее показывают зрителям. Это действительно залог. Это страдательный. Ну, ты что-то... Ты такие простые вещи не понимаешь. Понимаешь, действительный залог. Это действие кто-то производит. Повтори, пожалуйста. Действительный залог – это кто-то производит действие. Кто-то производит действие. Над каким-то предметом. Над каким-то предметом. А страдательный залог – это... Действие производится над предметом. Повторяй, пожалуйста. Страдательный – это действие производится над предметом. Окей. Ну, может быть, посмотрим, как сейчас будет с озвучкой. Может быть, с озвучкой. Мне кажется, достаточно просто, но, по-моему, ты никак не можешь понять, о чем идет речь. Ну, посмотрим. Сейчас мы будем озвучку слушать, и, может быть, там будет чуть легче. Окей, good, very nice. Итак, the office. The office is cleaned every day. Good. Офис чистится каждый день. То есть действие происходит над офисом. Это действительный или страдательный залог? Страдательный. Good. Дальше. The office. The office was cleaned yesterday. Офис почистили вчера, то есть вчера совершили действие над офисом. Это действительный или страдательный залог? Тоже страдательный. Говорят, вчера совершили действие над офисом.
ends this. Please read. Compare active and passive. Compare active and passive. Будем сравнивать действительный и страдательный. Please read. Somebody cleans the office every day. Good. Кто-то чистит офис каждый день, действительный, потому что кто-то приходит и чистит, делает действия над офисом. Это какой залог? Active. Это active. Active, действительный. Okay, please read. The office is cleaned every day. Это какой? Passive. Passive, good. Next. Somebody cleaned the office yesterday. Or active or passive? Active. Active, good. And? The office was cleaned yesterday. Active or passive? Passive. Passive. Ну, смотри, формула. Формула общая такая, выглядит следующим образом. Она там чуть-чуть видоизменяется. Обязательно надо поставить глагол в той или иной форме. То, что в чистом виде глагол to be редко встречается. Встречается, но не так часто. Например, я пилот, это как? I'm a pilot. Есть глагол to be в этом предложении I'm a pilot или нет? Есть. Какой? I am. Good. Am. She's a doctor. Repeat. She's a doctor. Есть здесь to be или нет? Есть. Какой? Is. Да, быстрее, пожалуйста. Is. То есть и здесь тоже будет какая-то форма глагола to be, или am, или is, или are, или was, или were, что-то будет. И добавится еще V3. Это какая колонка V3? Третья колонка. Третья колонка. Вот такая формула. Окей, для present, для passive voice. Repeat. Passive. Passive voice. Voice. Ну, примерно, мы сейчас закруглим здесь эту часть. Примерно по страдательному залогу ты что можешь сказать? Что такое страдательный залог? Это когда действие... Это когда действие происходит над предметом. Good. Отлично. Над предметом. Не сам предмет, и либо над человеком, не сам человек. Его помыли... Его помыли от грязи, его отмыли от грязи, этого мальчишку. Мальчишка был отмыт от грязи. Действительный или страдательный? Страдательный. Страдательный. Взяли мочалку, его хорошенько почистили. Ну вот, над кем-то или над чем-то совершается действие. А такая общая формула для страдательного залога, она как выглядит? Verb 3. Okay. Good job. Thank you so much.